up some heavy international pop. We'll stop by again. Brought to you live by Rocket Fuel. Here's no escape. Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, и сегодня у нас с вами на посмотрелочке игрушка под названием No Escape, нету, короче, выхода. Игрушка у нас 99-го года выпуска, аж, представляешь, сколько? 20 лет, ёб твою мать, 20 лет игрушки. От разработчика Funcom, издатель тот же самый, в жанре экшунька. Что-то экшн-шутер там, не знаю, я смотрел там скриншоты какие-то странные, ничего не понял, ну да ладно. А где моя мышка, куда делась? А, вот, спасибо. В опциях я там немножко вроде видео настроил более-менее, я проверил, запускается она или нет, потому что, как вы знаете, старые игры, они все записываются нормально. Так что мы, здесь у нас есть мультиплеер, даже представляешь, мультиплеер, нифига себе. Ну мы синглплеер пойдем. Характер. О, а ну-ка. Это что такое? Это флэш. Это черный флэш. Ой, бляха. Барри 2000. Барри тоже флэш, только немножко не похож с виду, но зато по имени похож. Так, это у нас какая-то как Карина Курц. Карен. Ментовка. Так, ковбой какой-то Хэнк Харди. Ой, бля. О, люди в черном. Да ладно. Агент Массима. Хорош. Так, Чак Норрис. А, Чак Макфлинт. Ну, почти то же самое. О, ниндзя, Пейлинг, класс, красота, сейчас возьму. По-любому берем ниндзю. По-любому, или черного человека, или ниндзя. Скин. Красный, синий, черный. Ну, естественно, черный, мы же эти. Нейм Брайан. Почему Брайан? Какой Брайан? Я же ауткаст. Я уже снаружи кот. Вьев интро. В смысле? Такая заставка забавная, прям я не знаю, так хоть бери там все смотри. Это вообще жесть просто. Ну ладно, давайте, наверное, скорее всего, не будем смотреть. Мы таки пришли сюда на игрушку посмотреть. Ай. Ладно. Хотя нет, подожди, мне знаешь, кого интересно посмотреть? Вот это. Интересно посмотреть, что это такое. А ну мышка, выйди.
Ха-ха, блядь, это вообще пиздец какой-то. Что это, блядь, было? Ой, это так забавно. Ладно, короче, берем. Я нормально тут все, да, скин дан. Select character back play. А что, вот просто play даже ничего нельзя выбрать? Чак, хук, фан. Тихо, спокойно. Синсенса. Сенса нормально. Так, что тут делать? Ой, а что у вас такие маленькие планеты здесь? Вы что? Ой, а что, нельзя боком бегать, что ли? Серьезно? Что первый и второй? На первый и второй... Так, пробел, ничего не работает. Прыгать никак-то. А что не прыгать-то? Что это? Ой! Кто-то стреляет. Музыка где? Что это? Деньги? Зачем мне деньги? Как стрелять? Зачем стрелять? Не вижу ничего. Где прицел-то, блядь? Так, прыжок, правая кнопка почему-то. А пробел тогда, что тоже прыгать? А почему так плохо прыгаем-то? А где прицел-то? Базука! I have a bazooka! Ну-ка, подожди-ка! Подожди сюда, иди! Где ты, падла, блядь? Ух ты, сука! Ух ты, сука! Нифига здесь планету можно обойти! Я так понимаю. Как в тебя попасть? Чак Норрис! Как в тебя попасть, падла? Ты живой еще, скотина? На, босс! Что такое, почему я валяюсь? Как переключить пушку? Ты, может, сдохнешь, не хочешь? Что ты делаешь? Бля, тут поворот, то поделает, работает. Управление нужно что-то сделать с ним. Что-то с управлением нужно сделать, пацаны. Я не могу туда выпрыгнуть. Да уйди ты, блин, почему ты один здесь? Чак Норрис, 54 тысячи у меня. Я пошел деньги собирать. Ха, что это? Пушка, как менять пушку? Что-то не понял, как пушку менять. Как пушку поменять? Колесико не работает. 1, 2, 3, не работает. О, работает. Да, блядь, что ты соскальзываешь-то? Сколько у него жизни-то непонятно вообще. Я что-то стреляю в него, у него он бесконечный, он бессмертный, скотина. Здесь что, тогда вся планета? А что это за пушка? Это просто патроны. А это что такое? А где жизни-то? Там кто-то что-то хлебает. Скотобаза. Что вот это? Ой, я невидимый. Я невидим. Где ты, сука? Да, блядь, куда ты стреляешь-то, ёлки-палки? Здесь планета эта грёбаная, круглая. Скотобаза. Она шарообразная, блядь. Да иди ты сюда! Да ты что, издеваешься, что ли? На-н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 а-
Блять! Падаль! Почему я не стреляю? Да сколько ж тебя валить-то? Сколько у него жизни-то? Я стреляю, в смысле, сколько я в него стреляю? Почему он не умирает? Это что-то как-то нелогично. Да хрена у него жизни, что это? Мина, как ее положить-то? Во, смотри, что за пушка. А может это? Ой, это какой-то лазер. Ай, беги-беги. А как тут хильнуться-то? Я не вижу, где хилка. Это щит невидимость. Вот это что такое? Оно ничего не работает. You got health. Как ее использовать-то, got health? Оно... А, вот она. Так, а так тут один противник, да? Сука. Почему я не могу бегать боком? Это нелогично. Короче, надо вот тут стоять. А! Хорош, я в него попал, он денежку мне дал. У меня low health, так куда ты катаешься? Блять, прикольно. Где моя хилка? Ты что, на меня, сука, опять полез? Да я тебя, блядь, сейчас... Вы это самое. Ты понял, да? Что-то я пока что выигрываю, походу, да? Как мину-то положить? Блин, здесь такое управление неудобное, отвечаю. Ой, так она скорострелка. Серьезно. Где он? Он сдох. Блин, жизни мало. Нужно, короче, как-то отхилиться. Так, вот это что такое? Один, два, три, четыре. Что это? Это пистолет. 5, 4, это пистолет. А как мина-то? Вот мина. На, ложи. Да ложи ее, сука. Че ты не ложишь? Она мину не кладет. Или уже положил, не понял. Она ложит, нет? Хрюшки, где вы? О, тут хилка тоже есть, отлично. Базука. Ты живой там?
Базука вообще ни урона не наносит. И еще хрен попадешь. Но, блин, чувак, сейчас я ядерный бомб использую. Да, сука! На, сука! На, сука! На, сука! Да! Я выиграл! Are you game in first place and will progress to the next stage? Я первый прошел. 264 бабок, 700, что-то первый стейдж скор. Короче, все нормально, да? Так, с кем там я теперь? Это второй уровень. Блин, как тут? Вот это... Блин, а, подожди, стоп, есть escape? Ой, press escape to return to game, enter to quit to menu. Блин! Я... Немножко бы управление поменять как-то, оно здесь стрёмное. Да пошел ты. Мне нужно что-то помощнее. Вот это, например. Что это? Это лазер. Нет, это какая-то хуйня. Да не бегайте, сука, стань на месте. Подло. Уйди сюда, Чак Норрис. Сучара. Ну ты ебаный. Да раз. Тихо, мина. Тихо, вот это. Это херня какая-то, если честно. Мне нужно что-то помощнее. Мне нужна базука. Где моя базука? У-у-у! Что это? Что это я взял? Что это? Телепортинг. Куда? Нахер? Так, где я? Щит? Там пушка какая-то крутая. Что это за штука? Блять! Это что-то, какой-то шарик. И он катается очень сильно. Блин, они меня бьют. Да уйди ты! Гранаты. Гранаты у меня есть. Почему они друг друга не валят? Или валят? Не пойму. У меня 4 хпшки. Мне нужна хилка срочно. Срочничком. Так, пошли вот сюда. Потом куда? Где телепорт тут? Во-во-во-во-во, тихо, спокойно. Тут можно выйти? Нельзя. Почему нельзя? Вот, что-то. Вот тут. Вот там. Где? Куда? Зачем? Пацаны. Где вы? Давайте вас гранатами помогу. Ой. Пускай они там дрочатся. Я, короче, вот так буду из-за этого стрелять. Да и все. Ай! Нельзя же себя тоже бить. То есть здесь можно себя бить. Да отвали. Так, а подожди, а как я туда тогда попадал, где жизни были? То есть не жизни, а вот этот. Так, что у меня есть? У меня 1, 2, 3, 4, ничего нет. Вот пистолет обычный. 7. Херня какая-то. Как попасть-то туда? Мина. 7. Ага, вот я все положил. Красавчик. Вот тут. Что? Это что? Блин, а прикольная игрушка, кстати, довольно. Вот! Да что ты, почему ты не плыгнула? Чувак, давайте я пройду, а там дрочите. Дальше. Так, 7, у меня сколько мин-то? 10. Есть, что это? Рокет ланчер! Пизда вам. Где вы? Сука. Там жизни. А, она наводящая, нифига себе. А-а-а, сука! А-а-а, блядь! У меня бесконечные патроны так-то. Вообще охренитель. Вот эта пушка. Вот там можно стоять просто и не выходить даже. И просто шмалять их всех. Так, сейчас пойду хильнусь, а то что-то... Привет, ай. Отвали, скотобаза. Сейчас пойду и тут хильнусь. Блин, а музычки почему нет никакой? Хотя бы хоть минимальная. А ти 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 О, тут минки, короче, смотри. Опа. Опа, 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 оп, 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 чтобы на меня никто не шел. А как ракет-ланчер-то включить? Вот это, двойка. Хорош. Ай, блин, больно-то так-то. Ты чё? Вали. Так, здесь все забрали. Тут чего? Ай. Сколько мне, 64? Я первый там, нет? А, сука, сколько у него жизни? Почему жизни не показывает? Я не вижу, сколько у него жизни. Стреляешь, 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 стреляешь. Ему насрать вообще. Бум! Допрыгнул, допрыгнул! Да я же допрыгнул, чё ты? Так.
Где? Где они? 10987, пацаны, быстрее ко мне! А где они? Не понял? Не успею. Блин, ну зато ладно, хотя бы первый. Вот это прикольно. Вот эта игрушка классная, кстати, довольно-таки. Только если бы была бы какая-нибудь музычка. Я пришел первым, хорошо, кредитов 6, Space Junk. Так, пушка какая-то нужна сразу же. Какая-то мощная. Вот это что? Это я могу вылезти. Что такое? Я один, почему я один? Уже не один, уже не один. Уже три. Я не видим. Так, хорошо, давай, короче, будем бегать. Блин, блин, там гранаты были. Граната, кстати, классная штука. И что я тут сделаю? У меня же ни хрена нету. Это классная точка, но, блин, мне нужны пушки сначала. Погнали. Пока что все нормально. Так, это... Нет, это телепорт. Это нам не надо. Мне бы каких-то пушек набрать, я не знаю. Где пушки-то? Ой, там чувак с ракетницей, осторожно. Она наводящая так-то. Да, я вот это возьму. Гранатки. Почему я не могу вот так выпрыгнуть просто? To end, я to end. Да, я второй. Ауч. Где пушки-то? Ай. Нифига, я катаюсь. Где все пушки-то? Да блин, ты что не допрыгиваешь-то? Что это за говно такое? Да уйди ты. Я третий уже. Зато я могу кататься. Все нормально. Да. Я что-то не пойму, как здесь работает это все. Семь. Окей. Я пришел. Так, а гранаты как? Пять. Они... Блин, да ёптаю, ну почему? Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, их тут сколько, смотри. Просто гранатами закидываем, 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 пацаны, закидываем. Ай. Да ты сдохнешь, может быть, сегодня, алё, ты... Ну смотри, сколько ему надо урона нанести, что за херня? Я стреляю, 7, сука, гранат, 7 гранат в него вкинул, ни хрена вообще не работает. Вот сколько у тебя хпшки-то, падаль? Да иди ты сюда, ты чё, дурак? Ты дурак? Скотобаза ебная. Сколько у тебя хпшек? Да, у меня патроны закончились. Пипец, вот это красота. Ну и ты, конечно... Они меткие, пипец прям. Они просто жопа какие меткие. Но здесь оружки нету. Пацаны, что делать? Вон там оружка есть, но я не знаю, как ее забрать. Мины тоже работают через задницу, блин. Соскальзывает тут. Я уже все, последний, блин. Вот это что такое? Во, ракетница хорошая. Куда ты стреляешь? Бияч! Да опять ты упал! Да почему ты упал, это дура? Да убей ты хоть кого, я в шоке! Ты стреляешь, но ты при этом никого не можешь убить. Это как работает-то? Ты стреляешь, но ты не можешь никого убить. Смотри, ты урон наносишь, но, блин, у них сколько жизней. Что ты просто ничего не можешь сделать. Это просто какая-то дичь. Это жесть какая-то. Это что такое? Я второй уже. Отлично. Привет. Ты, я так понимаю, живой, да? Семь. Так, я там наложил, короче, говна. Ой, а где эта пушка-то? Как ее включить-то? Во, первая, один, один, на один. Так, тут замес. Минус. Хорош, где еще? Одни тапочки остались. Мой. Хил. Я первый. Почему? А почему они считают, что я первый, я не пойму. Да блин, если бы здесь было можно боком бегать, было бы вообще зашибись. Да Чак Норрис, иди нахер. Ты что-то жесткий сильно.
Так, патроны. Опа. Опа. Опять это... 10 секунд. Есть, минус. 3, 2, есть, хорош, отлично. А, вытащил, да ладно. 298 очков долларов, 800 что-то там. Фух, кредитов 5. А, то есть 5 жизней? То есть меня всего-навсего, если убьют 5 раз, то я уже все проиграл? Вот это жестко. Так, бегаем пока быстренько, пока никого нет. Где патроны? Где оружка? Вот базука. Орёщ. Так, еще кто-то что-то мне... Что-то вот эта штука? За такой-то... А, это... Не пойму, что это такое, если честно. О, барашки, здорово! И гранаты. Как гранаты-то включить, не помню. 4. Что это за штука? Как она работает, не пойму. А, это, блин, это чучело стоит. Я думаю, что я там чувака стреляю, оно не убивается ни хрена. Это чучело. Просто, прикинь. Так, а что у меня есть по оружке-то? Базука есть. Только она, я не знаю, как ей пользоваться, если честно. Вообще, а тут можно это пройти? Воу! Сука, у меня ракетница, блядь, куда ты лезешь? О! Не понял сейчас, кто убил? Там же никого не было. Чё за херня, там же никого не было. Или кто, там чувак зареспаунился, да? Падля. Что это? Бомба? Чё за бомба? Как ее использовать? Так, я пока убегаю. Так, я тут невидимый? Да хер я там невидимый. Так, 4. Опа, пушка. Где? Сука, падля. Убью нахуй. Да заеби его нахер. Да смотри, сколько он гранат держит. Это же нереально. Это же просто нереально. Блин, меня еще пушка этого отталкивает. Сколько тебе жизнь-то, чувак? Ты живучий, падла. Уйди, блядь. Он живучий такой, скотобазен. Похер вообще, она зажал курок, просто погнал. Так, мины есть. 7, гранаты есть. 7. Бегите за мной просто, пацаны. Все будет нормально. 4. Где гранаты? Стоп, 4. У, блядь, привет. А как гранаты-то? Подожди, 4, 5. Во, 5, пятерка. Это типа... Знаете, как это новая игрушка Fortnite? Типа вот это старая игрушка Fortnite, это... А то новые, новые. Так, это мне кто-то, короче, базукой хуярит. Ну да ладно. Уйди! Уйдите, суки! Блин, у меня гранат? Пиздец. Звуки немножко тут хромают, но да ничего страшного, нормально, пацаны. Идите сюда. Low health? Почему low health? У меня нормально хелс, не пизди. Да блин, как этой пушкой-то работать? Вообще жесть. У-у-у, бля. Гранаты здесь просто нереально. Ты, знаешь, он не просто выдерживает просто миллион гранат. Они просто миллиард их выдерживают. Ты просто бросаешь, а они все равно, блин, ну, не наносит урон, блин, граната, ни хрена. Нифига тут монеток, что за монетки? Зачем они монетки? Так, а где-то базука здесь была. Где-то вообще не базука была, а этот, как его? А, нычка такая, типа, классная. И там были, короче, там была ракетница. Как ее только найти, я это не знаю. Где она вообще находится? Здесь планета целая. Здесь вообще никого нет. Вот тут, нет, не тут. Там где-то были такие проходики маленькие. И туда можно пробежать, и там, короче, это... Смотри, сколько у меня гранат. Ой, это пушка. Электробум. Я не вижу просто сколько... Я забираю урон, наношу урон, в смысле? Или нет, не пойму. Стреляю, что кто-то стреляю, но всем насрать! Абсолютно на то, что я в них стреляю, блядь. Ой. Low health. Короче, нахер. 4. Что-то базуку взял. Где жизни-то? Я бегаю, еще ни одну жизнь не взял. Ну, в смысле, хилка, хилка, где хилка? Я ни разу не увидел хилку. Атом-бомб. Атомная бомба. Как ее использовать-то?
Давайте им Армагеддон сделаем вот так. Привет. Где хилка-то? Ой. Ой, он мертв. Хилка! Хилку увидел в конце. Блин, прикольная игрушка. Если бы здесь можно было боком двигаться, а не поворачивать, то было бы вообще намного, намного лучше. Ну, здесь, возможно, можно, но я не знаю, я не настроил клавиатуру. Вот, блин, на стрелочках бегать. А Е что такое? Ух ты, камеру даже можно менять, нифига себе. То есть, ага. То есть, нихрена ж себе. А ты что-то первое, да? Ты попадаешь, нет? Я не вижу за темп прицелом ни хрена. Да идите нахрен, не надо мне зажимать. А, тут зажимаешь кнопку, короче, чем больше зажимаешь, тем сильнее она прыгает. Хорошо, отлично. А это мое. Блин, тут какая-то жопа происходит. А-а-а, сука! О! Пушка. Какая-то. О, это лазерка. Серьезно, я не попал? Хорош. Есть. А что это у меня за щит такой? Охуенный. Здесь можно боком двигаться, но только неудобно. Хотя, подожди, а почему бы и неудобно? Давай попробуем. Здесь, в принципе, нету больше никаких кнопок. Хорош. Блин, смотри, насколько легче, но, конечно, меня подбили. Сука. Так, нужен, короче, этот, что-нибудь. Ой, у него жизни вообще мало было. На один выстрел. Как у него на один выстрел, если он хилку взял, и я еще при этом... Ну... Блядь. Там, короче, жопа горит, если что. Привет. А-а-а! Вот это жесть. А где всякие приколюхи там, я не знаю. Ну, это базука, ладно, окей. Ты за мной, что ли? На, сука. Блин, когда он лежит... Ой, хорош, минус 2. Ой, там еще кто-то идет ко мне. Ничего не вижу. Я за этим гребаным прицелом ни хрена не вижу. Еще минус. Да ладно. Еще... Ой, да я тут всех разношу просто как говно. Смотри, что творю. Блять, базука вот это непонятно стреляет вообще. Low health, почему low health? Да кто меня там долбит? Звуки! Ха-ха, сука! Вот это прикольно! Здорово! Вот это вообще урон наносит, не пойму, вот эта вот пушка. Да завалил, смотри! Красота! Хай-я! Базуку бери. Да я вообще дурак, да? Хилка. Сука. Сдохни ты сколько. Блин, прикольная игрушка. Куда-то ракета полетела, пацаны. Лови там, кто там. Хорош! Да блин, сколько он... О! Есть, отлично. О, жесть. Хилка! Ай! Ты опять тут, что ли, ковбой? И отвались, что ты ко мне прицепился, блядь? Я знаю, что ты... что я тебе нравлюсь. Но блин, он не так-то сильно. А чё вы вдвоем на меня? Алё, вы там, это... Разберитесь с собой.
Сука. Почему они на меня вдвоем-то лезут? Два кредита осталось. Давай кого-нибудь! О, хорош, блин. Жесть, конечно, прикольная игрушка. Мясо, это нужно с друзьями фигарить. По-любому, не против ботов. Это по-любому. Ну тут, короче, следующий раунд. Но мы на этом, наверное, закончим. Игрушка классная, кстати, довольно прикольная. Ну, против ботов такое, скажем так, бегать. Ну, как-то, ну, в принципе, интересно. Они такие довольно жесткие падлы. Но, я думаю, против игроков было бы намного лучше. Вот эта штука что-то, не пойму, что она делает. Вот почему я туда не могу сейчас запрыгнуть. Ну, ладно. Ну, игрушка, кстати, довольно классная. Честно отвечаю. В общем, тогда закончим на этом. Посмотрели. Игра довольно интересная. Ну, в плане вообще геймплея интересная. Во всем интересная. То есть, вот это и как концепция, что у нас круглая планета. То есть, она маленькая, да? Мы по ней бегаем, мы можем просто круг навалить, скажем так. И просто обойти кого-нибудь, например, в спину. То есть, кто-то сидит такой, а ты такой раз, обошел. На, нахер, вот так вот и все. Хуя, да. Нифига себе, а что это за штуку он положил? Еба, там ядерный взрыв был. Короче, ладно, ребятки, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео будут. Комментируйте. И всем до встречи в следующей какой-нибудь посмотрелочке. Такой же интересной, как это. Ух, друг друга захуярили. Короче, нормально. И все, всем пока.